Аншлаг собрал концерт Киевского камерного оркестра на музыкальном фестивале в Анкаре. В нем приняли участие как украинцы, так и приглашенные музыканты из Турции. Как готовились и с чем выступали на фестивале, смотрите в сюжете. Лирические звуки скрипки, флейты и арфы. За кулисами президентского симфонического оркестра в Анкаре последнее приготовление. Через несколько часов музыканты Киевского камерного оркестра сыграют здесь концерт, а пока настраивают инструменты и сами настраиваются на выступление. Среди исполнителей и приглашенные музыканты из Турции. Для меня это очень интересная возможность, бесценный опыт. Я недавно закончила работать по контракту в Хельсинки, а теперь с радостью играю в моем родном городе, в Анкаре, с украинским оркестром. Это честь для меня играть на этом музыкальном фестивале с выдающимися музыкантами из Киевского камерного оркестра. Впервые в моей профессиональной карьере я играю с украинским оркестром. У меня много друзей из Украины, но сам я никогда там не был. Надеюсь, скоро смогу поехать посетить Киев. Билеты на концерт раскупили за несколько дней. Зал полон. Дирижирует концертом украинка Наталья Пономарчук. Она в Анкаре уже не впервые. Всего месяц назад выступала вместе с президентским симфоническим оркестром Турции. До этого была с концертами в Бурсе и Стамбуле. На участие в этом фестивале, говорит, согласились сразу. Ведь атмосфера здесь особенная. Мы были как единое целое. Это особенная черта Киевского камерного оркестра. Это можно почувствовать во время концерта. Все разные люди. Даже в семье иногда возникают недопонимания. Но когда мы на сцене, мы едины. Все споры оставляем за кулисами. И выступаем как единое тело, единая душа. Мелодии украинского композитора Мирослава Скорика, которые не анонсировали в программе. Зал аплодировал стоя. У многих на глазах слезы. Люди настолько тепло принимали, что хотелось подарить частичку своего сердца, своей души. И мы с таким удовольствием играли, и это было волшебно. Это уже 36-й фестиваль музыки в Анкаре. Он продлится до 25 апреля. Кроме украинских исполнителей, на сценах выступят около 400 артистов из десятков стран. В частности, Бразилии, Франции, Бельгии, Грузии и Испании. Вадим Гринько, Диего Таман, Анкара, UATV.